Касается экипировки для экстремальных видов спорта, производители одежды каждый день ставят новые рекорды. Самая новая разработка – костюм для команды McLaren Формула-1. Внутри – персонифицированная система охлаждения. В этом костюме 50 трубочек, которые были вшиты вручную. Они расположены не параллельно, а некой змейкой, анатомически проходящей по изгибам тела. Система соединена с выходом, который расположен в кармане костюма. К нему подсоединяется этот рюкзак. Это наш первый прототип, с помощью которого охлаждающая жидкость двигается по трубкам, благодаря чему удается поддерживать определенную температуру тела. По сути дела, этот костюм разработан для экстремальных условий и температур, которые как раз можно зафиксировать на гонках серии «Формула-1». Будущее этой системы – уменьшенный компрессор, переносной мини-холодильник. У него будет большой запас батарейки, то есть он сможет дольше работать автономно, без подзарядки, а его вес сильно уменьшится. Это же касается и всевозможных гаджетов.